В начале декабря родители учеников 2-го же класса школы Багратион начали бить тревогу в социальных сетях. Спустя 3 месяца после начала учебного года у их детей по-прежнему нет всех учебников. Одинцовские депутаты от «Единой России» подключились к решению проблемы и оперативно решили ее. Все недостающие учебники закуплены, жалоб у родителей больше нет.